Что касается продовольствия, эти вопросы сейчас, я не вижу, чтобы у нас были какие-то трудности. Достаточно много помощи идет от братских европейских стран. Бизнесмены, которые работали здесь, отдают всю продукцию такого долгого хранения, с которого мы можем консервы, которые мы можем комплектовать. Сейчас это все учитывается, и вот то, что вы сказали, создаются вот такие базы запасов, материального продовольственного запаса. Создаются базы.